Ну вот, кинула в котелок обрезанное вот это сало, отварное в этом луковой шелухе. Представляете, какие ароматы тут идут? Они уже со специями готовые, ну вообще. Я чуть не упала, как пошел аромат, аж зубы застучали. Так вкусно. Ёшкин крёш, прям как шашлык. Сейчас еще лучку туда. Морковочки. Лучку с морковочкой. Сейчас мы туда. Рисочек. Ну, еще у нас сегодня плов будет. Непонятно из чего, непонятно как. Но главное, чтобы было вкусно. О, боже мой, как же это вкусно. Сейчас немножко обжарится. Все. А теперь с лучком. Ой, господи, как же вкусно пахнет-то, ребят. Ой, я обнюхалась. И настроение сразу поднялось. И не важно, что на улице дождь шлепает. Да, Ла? Да, сейчас такие вкусняшки будут. Пирог сейчас напечем. С повидлом, с розами. Пирожки поставим. Компоту наварим еще из заморозки. День до вечера делать нечего, называется. Так, морковка сейчас будет туда лезть. Морковка. Ой, как красиво. Ну, специи не стала я уже ничего, потому что я все специи добавляла, когда сало проваривала. Ну, не знаю, прям вот отдает каким-то хрякам, свинтусом. Ну, обычно поросят-то самцов-то того. А это, видать, свинтуса семенитис. Секунд. Так воняет мочой, прям все. А мяско попробовал, ничего, а сало почему-то вонючее. На мясо вот нормально, я прям выбрал. Ну, грудинка, жалко же. Не знаю, я в блине никогда не беру мясо. Это вот муж, давай, вроде как красиво. Я говорю, не могу я там брать. Давай попробуем. Ну вот, попробовал. Первый, последний раз. Не знаешь, куда деть это все это хозяйство. Ну все, рис засыпала, водички подлила. Вот теперь у меня проблемы с солью. Так, посыплю чайную ложечку. Соль все равно выделится на 3 стакана риса. 1,5 чайной ложечки соли сделаю. Вот. И то, что выделится. Ну, недосолено будет, значит. Лучше недосолить, чем пересолить. Так, все. Закрываем и довариваем. Потом посыплю сверху. У меня чесночок есть такой уже. Когда до полуготовности будет готов, резанный чесночок зеленый. Украшу красиво. Ну все, до встречи. Так, ну что у нас тут получилось? Вот такая красота получилась. Так, ну что, закрываем полотенчиком. Полотенчиком закрываем. Давайте-ка на 2 слоя. Так. И подушкой. Оба-на! О! Папа сейчас придет и скажет, господи, что вы тут кровать устроили. Не кровать, плов доходит. Вот и все. Стой, плов. А мы пошли дальше заниматься делами. Так, поставила яйца варить. Вот так. И начинаю делать тесто на пирожки. Вот открыла канал. Вспомнить рецепт. Я его уже делала. Пирожки с яйцами, ну там с капустой, с молодой зеленью и яйцами. А я сейчас, так, не забыла, выключила. А я сейчас делаю просто с вареными яйцами и зеленым луком. Вот так вот. Готовьтесь, яйки.